Всем привет! 15 мая 2023 года. Иду вдоль Крамского шоссе оттуда, со Знаменки, в сторону Мега Грин. И вот пока я вот до этого места дошел, в принципе, я стрим вел. Стрим был нормальный. Потом до сюда дошел, бах, и пропала сеть. Видимо, не покрывает уже в этом месте ничего. Поэтому дописываю ролик, так сказать, в ручном режиме, без стрима. Но это даже к лучшему, потому что, видите, я теперь могу горизонтальный формат, и лучше качество будет. А стрим был вертикальной ориентации. Вот я приду домой, все это смонтирую и выложу как видеофайл. Наполовину стрим, наполовину, так сказать, ролик. А это очень важно было сделать, на самом деле, снять в нормальном качестве. И может даже, как говорится, что не делается, то к лучшему. Потому что я-то снимал в худшем качестве, а сейчас вынужден писать нормальным, в обычном качестве, в HD. Зато и лучше будет ролик. Так, вот на этом месте в советское время находился ресторан «Цон». Ресторан «Цон». Вот. Вижу остаток стены. Видим мы плитка. Кафельная, советская. У многих такая в квартирах лежит. И на стенах. Я вот хотел это место снять, потому что за растительностью не видно. Ну, в общем, теперь сниму. Что мы тут видим? Остатки ресторана «Цон» в виде стены, в виде перекрытий вот этих. Вот перекрытие, подвальное помещение, там кусок стены. Вот, видите, это все, что осталось от ресторана «Цон». Вот, видите, это стена. Там Крамское шоссе. Грустно, с одной стороны. Но время берет свое всегда. И никуда нам не деться от этого. Там что лежат? Какие-то покрышки, какие-то бутылки, мусор. Мне не очень хочется лазить тут, искать на свои приключения. В смысле, клещей боюсь. С голыми ногами. Поэтому вот что увидел, то и снял. Остатки ресторана «Цон», мусор и все такое. А сейчас мы подойдем к Орловской, так сказать, сельскохозяйственной выставке 50-х годов. Она тут рядом находится. Посмотрим, так сказать, что от нее осталось. Вот она уже за деревьями видна. Вот, идем по весеннему лесу, по майскому. Кстати, вот эти растения, которые мы в детстве жевали, я забыл, как называются, но вы скажите, если знаете. Такой у них вкус такой сладковатый медицинский. Мы их, по-моему, баранчики называли. Вот выплывают из-за деревьев остатки Орловской сельскохозяйственной выставки 50-х годов 20 века. Трудно представить, что здесь было. Наверное, была какая-то выставка сельскохозяйственная. В 50-х годах. У меня еще на свете-то не было. Но я снимал это место уже много раз достаточно. Поэтому особо как бы так-то я пройду, конечно, пройду. Вот.
величественное сооружение, колонны. Все это заросшее. Вон герб РСФСР просматривается. Видите? Упс. Пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Ну, не смогли, не смогли. Не вышло, не получилось. Вот, наверное, тоже пролетарий стоит. Такая красивая статуя мужчины со свитком. Вот. А вот и статуя женщины, колхозницы, так сказать. Видите, с урожаем, с чем она там? С урожаем. Вот символы минувшей эпохи. И цветочек на заставку. Грустно, но приятно. Я вот раньше был, что-то думал, что здесь трамваи разворачиваются. Почему-то. Потому что очень похоже. Такое закругление, это как будто трамвайное кольцо. И совсем недавно, несколько лет назад, только узнал, что это сельскохозяйственная выставка. То, что на Химаше вот что-то вроде этого, закругление какое-то есть, что-то такое. Или просто навесы какие-то. Ну, в общем, почему-то я думал, что это трамвай тут разворачивались в советское время. Что было вполне логично, потому что до Химаша они тогда, наверное, и не доходили. Хотя, может, и доходили. Я не знаю, я не помню. Меня тут не было в 50-е годы. Вот еще герб РСФСР. Вот такой получился ролик. Немного сумбурный. То есть начал-то я со стрима. Думал, в режиме стрима до сюда дойду. Но связь прекратилась. Поэтому пришлось доснимать горизонтальную ориентацию вручную. Но это даже к лучшему. Видео получилось лучшего качества. Во второй части ролика. Спасибо вам за просмотр. Рад был вам показать ресторан ЦОН, который постепенно, так сказать, поглощают джунгли. И выставку эту, сельскохозяйственные остатки. Это наша история. Будем ее беречь, ценить. Вот. Можете даже лайк под этим видео поставить, поделиться этим роликом с друзьями в соцсетях. Это наша история. Напишите комментарий. Вот. Можете также пополнить баланс моего сотового телефона 8 920 889 20. На услуги связи, звонки, смс, интернет. Ну и приглашаю всех подписаться на мой канал Из Орла, на Бусти, туда я выкладываю ролики раньше всего. В Рутубе, в Ютубе, на Яндекс.Дзене, в Одноклассниках и ВКонтакте. Так и называется — Из Орла. Подпишитесь, будем смотреть дальше, снимать видео с города Орла, из Орловской области. Встречать лето, праздновать весну. В общем, будем здоровы. До новых встреч. Там Знаменка, там Мегагрин.